Дорогие друзья, поберегите пока аплодисменты. Мы чуть-чуть настроимся. Ладно? С вашего позволения. Телефоны тоже все выключайте. Я вот там слышал. Правильно, во. Еще раз с той же цифры, маэстро. Мы должны хорошо подготовиться к шоу. Устал я от криков кронштадтских бакланов, достал меня Финский залив. Но ты появилась нежданно-незванно, за песни меня полюбив. Мне душу пронзил этот взор любопытный и профиль твоей головы. И тут же милей мне стал город гранитный и черные волны Невы. И стал мне милей этот город гранитный и черные волны Невы. Невские волны, невское пиво, я безупречен, ты красив. Сива. Трудился я в шахте и был массажистом, известнейшим в Тульском краю. Потом стал в Москве визажистом, стилистом, теперь вот в ансамбле пою. Но ты, моя девочка, милая крошка, с тобой я школьник опять. Вот видишь, дрожу и краснею немножко, когда мы ложимся в кровать. Вот видишь, дрожу и краснею немножко, когда мы ложимся в кровать. Невские воды, невское пиво, я безупречен, ты красива. Проснулись Кронштадт и Васильевский остров, над Ладогой плещет заря. Поверь мне, со мной тебе будет непросто, связалась со мною ты зря. Ведь я ненадежный, ведь я истеричный, со мною сойдешь ты с ума. Но вряд ли желаешь ты жизни обычной, страданий ты жаждешь сама. Но вряд ли желаешь ты жизни обычной, страданий ты жаждешь сама. Невские воды, невское пиво, я безупречен, ты красива. Спасибо, дорогие друзья. Это была маленькая разминка. А сейчас вступительное слово имеет мой ближайший коллега по поэтическому цеху Александр Вулых. Добрый вечер, дорогие друзья. Летит время незаметно, но года сплетаются в некие символические даты. 89 лет назад американский публицист Джон Рид написал книгу, которая называлась «10 дней, которые потрясли мир». Новый мир, который возник в нашей стране. А спустя 70 лет вышел новый мир, который потряс всю страну, потряс всему двумя стихотворениями, опубликованными в «Открытии нового мира». В те героические годы многие из здесь сидящих были крайне малы, поэтому скажи, «Новый мир» — это был такой журнал. Журнал, да, очень популярный. Так вот, эти два стихотворения перевернули представление о современной поэзии. Насколько я помню, это был «Бухгалтер Иванов» и «Металлистка». Ровно через год автор этих стихов, молодой выпускник Лит-института Вадим Степанцов, основал орден куртуазных манеристов. И сегодня мы отвечаем 19 лет со дня основания этого ордена. Поэт, у вас как с арифметикой? 19? Да, правильно, 19. Но если к 88-му году прибавить еще один год... Да, через год, я сказал, ты просто прослушал. Нет, в том же году, когда вышел «Новый мир», был основан орден куртуазных манеристов. Ну хорошо, вот он любит прицепляться к словам. Через год, я же сказал, через год. Да не через год. Много воды утекло с тех пор, дорогие друзья. Иных уж нет, а те далече. Евтушенко предсказывал движению куртуазному манеризму, ну, примерно такую же судьбу, как кубизму, фуизму и дуизму.
Но, тем не менее, 19 лет прошло, и вот основатель этого ордена, тогда еще молодой красавец, которому можно отнести слова «гастролер, артист, подонок», ну, ко всему прочему, еще и поэт, вот он сейчас перед вами, также хорош, молод и красив. И, конечно, талантлив. Давайте поприветствуем Вадим Степанцов. Спасибо. Этот концерт будет построен так. В первом отделении Вадим и я почитаем вам немного. А во втором отделении вас ожидает сюрприз. А как же Эдгар? А как же Козлевич? Козлевич, забыли. А что Козлевич? Он будет аккомпанировать нам. Да, совершенно верно. Эдгар Платонов, ваши аплодисменты. Легендарный музыкант. Ну что ж, не будем долго тянуть резину, Вадим. Я думаю, что большинство в зале уже находится в нужной кондиции, чтобы воспринимать поэтическую версию реальной истории. Многие из вас знают, что Вадим участвовал в различных телешоу. И вот однажды ему позвонили и предложили принять участие в телешоу «Малахов плюс Малахов». Тогда еще были два Малахова, один гламурный Малахов, а другой, который вот поет всех разными зельями. Собственно говоря, тема передачи была довольно щекотливая. Тема была о мужской импотенции. Но почему позвонили Вадиму? Вроде никогда не жаловался. Дело в том, что герои передачи, которому заплатили гонорар, какой-то старичок из Кандапоги. В общем, он гонорар получил и исчез. Александр, можно я уже на «ты» буду обращаться к тебе? Ты же описал все это в поэме. Да, зачем да, пересказывать я... рифмы, ну, мало ли, своими словами? Кто-то. Собственно говоря, поэт и телешоу. Мой друг Вадим, изящной фразы мастер, отнюдь не ради славы и лаве, с большой охотой принимал участие во всевозможных шоу на ТВ. Ленивым взором вглядываясь в лица, лишенные дыхания любви, он просто жаждал с ними поделиться тем, чем поэты делятся с людьми. А именно, не скотством и не блядством, не тем, чем обладают торгаши, а скромным, нерастраченным богатством крылатой, неприкаянной души. На шоу «Лики Крэмер и Лолиты», где он читал стихи и песни пел, он видел тех, кто были знамениты, но в ком родник души заплесневел. И он, как врач, целил его глаголом, когда среди житейских вьюг и стуж своим талантом, беззащитно голым, он наполнял лоханки слабых душ. Он шел на эти шоу, как на плаху, безропотно доверившись судьбе. И вот однажды сам Андрей Малахов решил поэта пригласить к себе. «Вадим, солдатик, душечка, кормилец, приди ко мне во вторник на эфир. Там соведущий мой однофамилец, Геннадий, очень сложный пассажир. Какое-то подобие дебила, яйцеголовый бритый уебан, тупое, негламурное мудило, целитель, блядь, козел и шарлатан. От всех его рецептов этих рвотных я в камеру, Вадим, могу сблевать. А ты глаголом жжешь сердца животных, тебе, я знаю, нечего терять. Ты сможешь с ним общаться без облома, тебе подобный стресс необходим. И тема хорошо тебе знакома. Мужская импотенция, Вадим. У нас там был герой из Кандапоги, один дедок. Но знаешь, в эту ночь он гонорар забрал и сделал ноги. Теперь, Вадим, ты должен нам помочь. Ну все, договорились, муха-бляха. До завтра, не забудь взять документ. Целую, Вадик, твой Андрей Малахов. Смотри, не наебенься, импотент». Поэт с его высокими мечтами от приглашения не пришел в восторг. В тот вечер, позвонив какой-то Тане, он пригласил девчонку в главпивторг. Они сидели друг напротив друга. Вадим смотрел, как прямо впереди под красной блузкой двигались упруго округлости ее тугой груди. Он ей читал поэмы и сонеты, в нее вперяя пылкий и страстный взгляд. Так постоянно делают поэты, когда духовной близости хотят.
она уже такой имела опыт. Она уже все знала наперед. Это вот дыхание, шепот, и поцелуи в шею, и в живот. Этот скучный, неуютный город, и глупые прогулки при луне. И эта фраза, что он скажет скоро: «Поехали в Сокольники ко мне». Он снова посмотрел на эту сучку с душой обитой под диванный плюш и прошептал, погладив нежно ручку: «Поехали в Сокольники, Танюш». В Сокольники? Хорошая идея. Она нагнулась подтянуть чулок, и трусики из дикой орхидеи под юбочкой мелькнули между ног. Ах, эти престарелые мальчишки! Как все они забавно хороши! Он будет ей читать стихи из книжки и говорить о красоте души. А после, посмотрев вполне серьезно, нетрезвую торжественность храня, он скажет ей: «Уже довольно поздно. Ты знаешь, оставайся у меня». Они сидели у него на кухне. Поэт был возбужденный и хмельной. «Ну что, Танюш, как говорят, эй, ухнем?» «Ты ухай, я поехала домой». «Зачем домой, Танюша, оставайся? Не надо, ничего не говори. Вот комната, ложись и раздевайся, а я на кухне лягу у двери». «Вадим, не продолжайте эту фразу. Во-первых, я шаблонов не люблю. И во-вторых, я не могу так сразу. Ну и потом, я только дома сплю. К тому же завтра ваше телешоу, ваш суперзвездный вечер, так сказать. И вам, Вадим, по правде, хорошо бы перед эфиром чуточку поспать. Не пейте водки и не ешьте луку, чтобы не разило, как от мужиков. Ну все, поэт, пока. Целуйте руку и не читайте больше мне стихов». Он двери закрыл за девушкой, и кая, и проклиная глупый романтизм. Какая сука, падаль, тварь какая, какая бездуховность и цинизм. На утро наш поэт, как говорится, немного изменившийся в лице, не в силах ни умыться, ни побриться, надел пиджак и двинул в телецентр. На телешоу было многолюдно. Дух телецентра трудно передать. Андрей Малахов с криком «Ах, как чудно! Приехал Вадик!» убежал блевать. Администратор, чуть нахмурив брови, сказала, бутер откусив с икрой: «Ща он придет, Геннадий, бля, Петрович. А вы, как понимаю, наш герой, наш импотент». «Ну что ж, Вадим, отлично. А вот он и ведущий наш кумир. Сейчас вы познакомитесь с ним лично. Готовьтесь, через 5 минут эфир». Зажглись софиты в желто-красной гамме. На сцену вышел лысый идиот. «Сегодня я, Геннадий, буду с вами». «Андрея нет, он, как всегда, блюет». «Короче, тема нашей передачи – мужской обычный половой нахчлен, но только, к сожалению, не стоячий. А вот он, наш герой и супермен. Поэт Вадим, давайте дружно встретим поэта, гля, и спросим у него: а как давно у вас проблемы с этим?» «Ну, с кондурасом нестоячим, во. Скажите нам, какая в том причина? В чем неудача вашей, прецедент? Ведь вы сперва, в конце концов, мужчина, а уж потом поэт и импотент». Скользнув по любопытным лицам мимо, Вадим устало обронил в тиши: «Причину вижу в тонкой и ранимой моей организации души. Поэт, он не животное, поймите. Его душа – небесная звезда. И как руками член его не мните, он без любви не встанет никогда». Друзья, какие есть еще вопросы? Вот вы, товарищ, стриженный под ноль. Вадим, а вы курили папиросы? Принимали алкоголь? Да, принимал. В года социализма за океаном я искал ответ. И там лечился от алкоголизма. Я тело исцелил, а душу нет. Вадим, спрошу вас не из-за кокетства. У нас интересуются врачи. Как половой вопрос решали в детстве? Дочь. Просто, как и все, дрочил.
Как вы могли, Вадим? Какая гадость! Какой развратный низменный рефлекс! Теперь понятно, почему не в радость вам брак, здоровый и семейный секс. Вот я, ведущий телепередачи, и так люблю свою супругу я, что каждый раз от этого богаче становится потенция моя. А вы, Вадим, во власти рефлексии, за сраный доллар, за поганый цент, вы пропили достоинство России. И потому, Вадим, вы импотент. Вы перед каждой красноперой шлюшкой готовы крякать крыльями звеня. Вам не помогут сельдерей с петрушкой и вытяжка из корня шиншиня. Когда в погоне за капризной музой вы потеряли свой ориентир, вам стал невыносимой обузой и мир духовный, и животный мир. Пусть эта фраза прозвучит тревожно, но жизненный закон у нас таков. В одну телегу впрячь, увы, не можно, стоячий член и рифмование слов. Нельзя душой нырять в глубины бездны и чувствовать эрекцию в пути. Вот вы, гражданка, будьте так любезны, буквально на секунду подойти. Вадим застыл в тревожном ожидании, и словно в грудь ужалила пчела. Ему навстречу шла из зала Таня, та самая, что ночью не дала. Она была сейчас еще красивее, чем во вчерашний вечер в кабаке. В короткой узкой юбке темно-синей, в туфлях на высоком каблуке. Покачивая бедрами картинно, она прошлась походкой разбитной и повернулась, глядя на Вадима, Геннадию Петровичу спиной. Он всех призвал вести себя потише, неспешным шагом к даме подошел и со словами «Мы стихов не пишем» достал, нагнул за шею и вошел. Она смотрела молча на поэта, покачивая в ритме головой, и в такт, не отводя глаза при этом, роняла междометие «Ай» и «Ой». Она уже и выла, и стонала, когда рукой, почесывая нос, вошел директор Первого канала. Секунду постоял и произнес. Вот вы, и режиссер, и оператор. Во-первых, я вас очень попрошу, держите в кадре крупный план, ребята. Звуковики, добавьте интершум. И светом контровым весь кадр согрейте, чтоб заиграл на сцене интерьер. Я чувствую, что будет знатный рейтинг. Мы обойдем аншлаг на РТР. Ну, ладно, продолжайте. Извините, помимо вас еще полно хлопот. А с вами, дорогой вы наш целитель, пожалуй, я продлю контракт на год. Взяв со стола коктейль из керосина, разбавленного конской мочой, он отхлебнул, сказав «Вот это сила!» и, уходя, захлопнул дверь плечом. Ведущий проводил на место даму, поцеловал ей руку и сказал «Спасибо всем, кто мне вести программу «Малахов плюс Малахов» помогал». Вадим ушел из студии последним, в необъяснимых мыслях о своем. Раскрытое окно дышало летним, недавно прекратившимся дождем. У проходной с дежурными ментами Вадима кто-то тронул за рукав. Он оглянулся и увидел Таню и понял, что вчера он был неправ. Она не тварь, не падаль, не паскуда, как он, разбив бокал, кричал ей вслед, а просто всей душою верит в чудо, глумясь над телом, если чуда нет. «Прости меня, Танюша, Бога ради!» Он приложил ладонь к своей груди. «Прошу тебя, не извиняйся, Вадик. У нас еще с тобой все впереди». Вадим Степанцов! Спасибо! Спасибо, Александр. Александр Булых. Что я могу ответить? Ответить могу только одно. Саша, пиши чаще. Очень редко ты нас балуешь своими новыми произведениями. Ну, сначала романс, а потом стихи. О нелегкой женской судьбе, Эдгар, пожалуйста.
не подготовился к шоу, извините же. Мы же теперь в хип-хопе сейчас. Я вынул. Миллионы скучающих дамочек точат ножками корку земли. Старых крыс и молоденьких самочек их самцы до сих пор не нашли. А бывают среди них и красивые, и уродин, конечно, не счесть. Есть газели и лани пугливые, и веселые хрюшечки есть. Па-па-пам-бра, 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 па-па-па, па-па-пам-бра, 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 па-па-па. Есть печальненькие бегемотики, но не любит их брат-бегемот. Мягких кошечек хитрые котики любят день или максимум год. И останется кошка с котятами целой кучей разинутых ртов. И живет с толстяками усатыми, чтоб кормить своих мелких котов. Па-па-пам-бра, 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 па-па-па, па-па-пам-бра, 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 па-па-па. Ах, какую я песню печальную неожиданно спел вам, друзья. Ах, какую девчонку нахальную повстречал неожиданно я. Я к ней ластился, словно котеночек, но она лишь смеялась в ответ. Антон Рубинштейн. Воскрес в Эдгаре Платонове. Я люблю только грустных девчоночек, как реальный самец и поэт. Папа! Па-па-пам-бра, 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 па-па-па, па-па-пам-бра, 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 па-па-па, па-па-па, па-па-пам-бра, 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 па-па-па. «Лучшие девчонки на танцполе» называется это произведение. Безусловно, мне не надо было напиваться в этот дивный вечер и смотреть с ухмылкой дебила на ее лицо, вино и свечи. Мне хотелось неги и покоя, но застолье было хуже пытки. Кто-то мне уверенной рукою подливал различные напитки. В общем, загрузился я по уши. Кто-то вдруг сказал: «Встряхнемся, что ли? Ожидают нас Умар и Ксюша в клубе «Мертвый Хрюша» на танцполе». Было мне уже недолюбимой. «Мертвый Хрюша» — значит, «Мертвый Хрюша». И огни Москвы помчались мимо, и звонили нам Умар и Ксюша. Я считал башкой ступеньки клуба и услышал: «Этот с вами, что ли?» Я пропел Умару «Шуба-дуба» и упал на Ксюшу на танцполе.
Мне налили в кружку алкоголя и сказали: «Посиди, хороший». И друзей не стало на танцполе. Видимо, пошли вдыхать кокошу. Так вот в жизни, в общем, и бывает, я подумал. Все, брат, справедливо. Ты бросаешь, и тебя бросают. И не изменяет только пиво. Умываясь пьяными слезами, я хлебал из кружки поневоле и внезапно встретился глазами с самой классной тварью на танцполе. Ох ты, бляха-муха, цокотуха! Жизнь моя, ты мне приснилась, что ли? Заморгал я и подергал ухо, направляясь к твари на танцполе. И хоть был давно я в пополаме и кричал обслуге: «Всех уволю», все же бойко я сучил ногами рядом с жгучей тварью на танцполе. «Будь моей, я это, друг Умара», — говорил я твари на танцполе. «Едем в чебуреки, в Чебоксары, то есть на парижские гастроли». Танцевал и твист, я и в присядку, ча-ча-ча и R&B с хип-хопом. Я зажег всю эту танцплощадку. Каждый мне и наливал, и хлопал. «Это же актер из сериала, он известный, он пришел к Умару», — так меня красотка представляла, прежде чем в сортире дать мне жару. И хоть был я прям-таки в сосиску, мой хот-дог рванулся из неволи и порвал расслабленную киску самой лютой твари на танцполе. «Ай, спасибо вам, Умар и Ксюха! Ай, спасибо, демон алкоголя! Променял любовь на потаскуху, наловил хламидий на танцполе. Мне теперь к любимой нет дороги, и над жизнью нет теперь контроля. Каждый день теперь мне топчут ноги лучшие девчонки на танцполе». Слава Богу, для того, чтобы убежать от тягот столичной жизни, гламурной, клубной и прочее, вот есть такая группа «Бах Компот». Мы ездим на всякие разные гастроли. В частности, в южном направлении, там Ялта, Николаев, такие теплые города. Хочешь красиво отдаться мне, ненаглядному мне? Хочешь беспечно смеяться, голой скакать при луне? Запахи летнего моря, запах цветов и степей. Нечего киснуть в конторе, едемте в Ялту скорей. Поезд колеса чух-чух, пупсик, мы едем на юг. Тула, Орел и Воронеж пусть за окном промелькнут. Платье ты на пол уронишь с криком «Да здравствует блуд!». Счастьем весь мир заискрится, мчится вагон через тьму. Пусть проводник не стучится, мы не откроем ему. Поезд, колеса трюх-трюх, чай и конфеты вокруг. Соло Эдгара Платонова. Вот тебе Ялта и море, вот виноград и арбуз. Яхта на синем просторе, ветер соленый на вкус. Хватит глазеть на матроса, что тебе шкипер сказал. Ладно, на берег вернемся. Живо, марш-марш на вокзал. Поезд, колеса чух-чух, выпьем за наших подруг. Дорогие друзья, я как-то не слышу звона стакана, бутылок. Обычно как-то у нас это все байчее происходит. Да. Два стакана на весь зал. Ну что, не подготовились.
Да, самые страшные, знаете, что вот я самый по этой телешоу, когда слушал, вспомнил историю, которую бывший телеведущий Гордон рассказывал, не помню, не то в моем присутствии, не то по телевизору, как-то все смешалось, жизнь, телевидение. Едет как-то Гордон в такси, с таксистом разговорились о том, что неплохо знать, кроме родного языка, еще какие-нибудь другие. А вот вы какие языки знаете, спрашивает таксист Гордон. Ну, английский, так, французский с натяжечкой. А я, говорит, знаю русский и церковнославянский. Говорит, парень, а тебе зачем это, таксист? Кого ты возишь вообще? Говорит, да понимаете, я 5 лет в монастыре послушником был. Ну и что? Ну ушел 5 лет без исповеди. К отцу игумену как придешь, а у него как доллар падает, значит, сердце останавливается. Он говорит, иди, иди отсюда, чадо, не до тебя. В общем, прихожу, говорит, к отцу эконому, а тот все время качается, протеин жрет и качается. Тому тоже не до исповеди. Вот, значит, и, в общем, понятно, что для русского человека страшное, самое страшное что? Когда доллар падает. Еще раз, маэстро, вцепление. Лобстерами душу не накормишь, и икрою сердце не напьешь. Пусть в икре и бабках ты утонешь, а влюбляться надо, хошь не хошь. Как-то раз в Сбербанк я направлялся, но в библиотеку вдруг зашел. И хоть лет 15 не влюблялся, понял, что любовь свою нашел. И уже потом, дойдя до банка, я взглянул на падающий курс. И вот тут я осознал внезапно, что уже от бабок не тащусь. Доллар падает, падает, падает. Отчего же меня это не радует? Доллар падает, рубль поднимается. Отчего же мое сердце так мается? Был я у тебя в библиотеке, канапе с икрой тебе носил. Мы с тобой ходили в дискотеки, а потом спрягались, что из сил. И хоть были сладостны спряжения, и хоть ты кусалась до крови, вовсе я не чувствовал сближения, не было в глазах твоих любви. Вовсе я не чувствовал сближения, пустота в глазах твоих была. Я весь год играл на понижение и не знал, куда девать бабла. Доллар падает, падает, падает. Отчего же меня это не радует? Доллар падает, рубль поднимается. Отчего же мое сердце так мается, мается? Я понимаю, почему вы не хлопаете, не актуально. Доллар падает, падает, падает. Почему же меня это не радует? Доллар падает, рубль поднимается. Отчего же мое сердце так мается, мается, мается? Подозреваю, что работники финансовые структуры, финансовых структур тут находятся, поэтому как-то там... Я не попал, да, сейчас я спою вам более актуальную песню о том, как доллар поднимается. Под Тбилиси мы шли, привези сюда мне рубли,
отдавая доллары дрожащей рукой, прошептала мне с уликом. Отдала мне доллары дрожащей рукой, милая моя с уликом. Только я рубли приобрел, доллар вдруг взлетел, как орел. Доллар поднялся высоко, высоко, и хана моей с уликом. Доллар вдруг взлетел высоко, высоко, паралич разбил с уликом. В юности смотрел я кино, там летал грузин Мимино. На зеленом вертолете высоко, словно доллар плыл валико. На зеленом вертолете высоко, в поднебесье плыл валико. Как парик времен рококо, как гимнастка цирка в трико, как Саакашвили Мишико, доллар поднялся высоко. Как розовощеки Мишико, доллар поднялся высоко. Не будешь соло играть? Не надо. Не надо. Я могилу мило искал, сердце мне томило тоска. На могиле милой сжег рубли я легко, в память о моей с уликом. На плите могильной сжег рубли я легко, прав лишь тот, кто жив с уликом. Этого не было. Этого сценария не было. Эдгар Платонов. О чем-то важном я хотел сказать. Ну, знаете, годы, вино и заботы, да, не с памяти делают что-то такое необыкновенное, что я хотел вам что-то прочесть, а прочту совершенно другое. Трезвость. Увы, друзья, настало время о чем-то важном вам сказать. Перов хмельных мне тяжко бремя, решил я с пьянкой завязать. Довольно я вливал винище в свою утробу в кабаках, довольно изрыгалась пища всем собутыльникам на страх. Ну что хорошего быть пьяным, столбы фонарные сбивать, мотать удилищем поганым, мочой по стенам рисовать. И позабыв замкнуть ширинку, справляться у прохожих дам, хотят ли те на вечеринку зайти сегодня в полночь к вам. Но то ли дело трезвый парень, танцует ловко, кофе пьет, всегда причесан и шикарен, не пукает и не блюет, за попку сходу не хватает, предельно с дамами учтив, и выдвигает свой штатив, когда лишь птичка вылетает. Итак, друзья, я пью за трезвость. Итак, я пью в последний раз за удаль пьяную и резвость, за наши оргии, за вас. Но что за счастье, о, други, в
встать утром с ясной головой и ослепительной подруге вдохнуть меж чресел огонь живой. Не то, что вы с опухшей будкой таращитесь на белый свет и рядом со старухой жуткой вопите в ужасе. Нет, нет! А ведь милей принцессы грезы она была для вас вчера. Вот ваша жизнь, обман и слезы, и вопли ужаса с утра. Но на самом деле я хотел бы следующим стихотворением подкорректировать вышесказанное, потому что я всех люблю, вообще всех девчонок, всех всяких. Вот, и этому посвящен мой опус под названием «Тёлочки». Тёлочки милые, тёлочки дивные, тёлочки квёлые, тёлки спортивные, тёлочки бодрые, тёлочки спящие, в бездну греховную нежно манящие. Тёлочки бледные, тёлочки жгучие, тёлки пушистые, тёлки колючие, тёлочки дохлые, тёлочки жирные, тёлочки буйные, тёлочки смирные, тёлки на улицах, тёлочки в ящике, тёлочки с грудью упругой, как мячики, тёлки беззубые, тёлки гастритные, тёлочки дряхлые и целлюлитные, тёлки богатые, тёлочки бедные, тёлочки добрые, тёлочки вредные. Всех вас поэту охота окучивать, в душу плевать и в постели замучивать. Если б я был композитором Штраусом или могучим мышом Микки Маусом, я бы кружил вас до изнеможения и совершал с вами телодвижения. Я бы нырял в ваши дивные норочки и возлежал бы потом на пригорочке. Я бы тащил вас в осинки и елочки, рвал бы на части вас, милые телочки, русские нежные телочки и зарубежные телочки. Только не супер я мэн и не мышь. Не подходи ко мне, телочка. Кыш! Автора? Кто крикнул автора? А, вас что-то с дикцией. Хочу прочесть вам произведение, которое написал год назад и очень его люблю. Называется «Баллада о солдате». Сколько ждать будете? Сколько вы готовы ждать? Можно я сразу начну? Предприниматель Дмитрий Серебров, владелец автосервиса «Копейка», был в меру молод, дьявольски здоров и весел, словно птичка-канарейка. Покуда нелегал Курбан Мамед на сервисе с «Копейками» возился, Димон на «Ягуаре» ездил в свет и в модных заведениях клубился. Когда во время съема у него девчонка о делах спросить пыталась, Димон ей намекал: «Но мы того... Мы около бензина трёмся малость». И запихнув в зелёный ягуар бухую накокошенную зайку, Димуля выезжал, как порно-стар, а зайка гордо задирала майку. Бывает всё на свете хорошо. В чём дело? Думать даже неохота. Но просто чуешь вдруг, что он пришёл. Привет в кишку от дедушки Ашота. Однажды Диме дали VIP-билет на акцию «Буржуи для народа». Там был заявлен весь бомонд и свет – актеры, бизнес, музыка и мода. Войдя под свод гостиного двора, Димон всосал бокал Дом Периньона. Отметил: «Тёлки есть, ура-ура». Ага, вот известные персоны. Министр Зуфаров, генерал Сычев и баронесса Вика Траховицер. Звезда хип-хопа Гарик Куклачев и Ася Дрель, известная певица. Но ярче всех, с мехами на плечах, как яйца Фаберже неповторимо, супермодель Сабрина Баскунчак, задев Димона, прошуршала мимо. Зеленые татарские глаза, как два клинка Димону рубанули. И кто-то через час ему сказал: «Алло, захлопни варежку, папуля».
Димон встряхнулся, глянул в зеркала, которые до потолка вздымались, и произнес чуть слышно: «Во дела, куда краса и молодость девались? В свои неполных 48 лет на дискотеках я не слыл старпером, и вот чирик, и молодости нет. Стоит волчина, грустный и матерый. Меня за зноба вызнобила ты. Душа замерзла, сдохла канарейка, но я буду покупать цветы на все, что принесет моя копейка. Как в песне, миллионы алых роз я расстелю под окнами твоими. Я плачу, мне своих не стыдно слез. Сабрина Баскунчак, какое имя!» Он взглядом поискал ее в толпе. Взгляд обожгла нежданная картина. Шаля с сережкой в девичьем пупе, Сабрину тискал молодой мужчина. Мужчина был немыслимо хорош, а платиновый роликс на запястье, казалось, говорил: «Ребята, что ж, я победил в своей борьбе за счастье». «Кто этот разнаряженный павлин?» – спросил Димон у девушки с подносом. «А, этот вот чернявый господин Курбан Мамедов. Есть еще вопросы?» Курбан Мамедов. Русский гля-спортсмен. Какое совпадение, однако. А мой Курбан Мамед – простой туркмен. Уволю чуркистанскую собаку. И тут в нарядный выставочный зал, чтобы оправдать название движухи, впустить начальник нищих приказал. Поперли инвалиды и старухи, с иконами и кружками попы и ребятишки с тюбиками клея. При виде этой ноющей толпы в башку Димону стукнула идея. За пару сотен он купил пиджак и костыли у деда-инвалида и резво поскакал на костылях с лицом, где слиплись похоть и обида. Он подскочил к Курбану. «Слышь, чувак, позволь твоей красавице впердолить». «Нет? Ну, пускай погладит мой елдак. Ведь ты мужик, ты должен ей позволить. Я ветеран и инвалид всех войн. Я ногу потерял под Кандагаром», — так говорил Курбану наш герой, дыша в лицо шампанским перегаром. «Ты чё в натуре? Деньги мне суёшь? Ах ты, чурчхела, теннисист поганый!» — вопил Димон. «А сам соснуть не хошь?» И получил по репе от Курбана. Он покатился по ступенькам вниз, ломая костыли и руки-ноги. И в тот же миг истошный женский визг пронзил насквозь буржуйские чертоги. Сабрина Баскунчак визжала так, что лопались хрустальные плафоны. Сбежала вниз Сабрина Баскунчак и обняла несчастного Димона. «Прости, прости, прости меня, солдат. Мы все перед тобою виноваты. Открой глаза. Какой бездонный взгляд. Покажешь, как целуются солдаты». Последние слова произнесла Сабрина Диме на ухо чуть слышно. Охрана к ней в машину отнесла Димона, и Сабрина следом вышла. Она была не просто так модель, а дочерью магната Соленова. И, услыхав «Пардон, мадемуазель, когда мы сможем повстречаться снова?», она сказала: «Слышь, Мамедов, гад, мне не о чем триндеть с таким героем. И если, не дай бог, умрет солдат, то мы тебя с папанию зароем». Очнулся на коленях наш Димон у барышни в роскошном лимузине. «Куда мы едем? Боже, это сон!» — он обратился к плачущей Сабрине. «Солдатик, ты очнулся? Ты живой? Где больно, милый? Косточки-то целы?» Маленько приложился головой. А тело... «Стоп! Мое ли это тело? Моя нога! Я чувствую ее! Позволь мне снять штаны и убедиться!» Солдат девчонке показал ружье и в голову позволил застрелиться. Потом, из горла жахнув вискаря, он овладел Сабриной по-солдатски. «Не зря в гостинку съездил! Ох, не зря!» – шептал Димон. «Дай бог не облажаться». Доехав до Московской кольцевой, шофер их до утра возил по кругу. «Солдат,
«Я умираю, ты живой!» — вопила в ухо дивная подруга. Когда ж весенний розовый рассвет чуть подрумянил спящий лик Сабрины, Димон сказал шоферу: «Эй, сосед, останови!» И вышел из машины. И миллион чудесных алых роз во двор под окна дома на Таганке Димон Сабрине вечером привез, но их уперли бабушки и панки. Димуля в дверь к Сабрине постучал, наврав консьержке что-то про ток-шоу. «Привет, солдатик, ты по мне скучал? Вчера мне было очень хорошо. Ну, покажись, какой же ты солдат? Ты весь какой-то чистенький и модный. Да мне плевать, женат ты, не женат. Хочу, как ветер, быть всегда свободной. Иди, возьми меня в последний раз, обманщик, жулик, негодяй, притвора. Спеши, курбан приедет через час. Но вы с ним отчудили, вот умора». Увы, не в силах автор продолжать. Бежал Димон, и плакала Сабрина. Мораль: не надо женщин обижать. Не лгите дамам, если вы мужчина. Хотелось бы снова пригласить на сцену Александра, вот, который все-таки разразился не так давно, внимая моим слезам и мольбам, произведением о месте поэта в современном мире. Очень поучительно, рекомендую. Александр Улых. История называется «Пятница 13». У Маргариты Деревянко, по сущности своей ментальной, была пониженная планка ответственности социальной, поскольку без высокой цели и благородных идеалов она работала в борделе недалеко от трех вокзалов, где в череде ее клиентов мелькали, словно деньги в банке, глаза голодных претендентов на междуножье Деревянки, среди которых были ары, вьетнамцы, чехи, два канадца, а также совладелец бара с названием «Пятница 13» Владимир Осипович Картер, что приходил к своей подруге, нахально предлагая бартер в обмен на Ритины услуги. В тот день, горя от вожделения, он ей сказал: «Марго, я помню, что в пятницу твой день рождения. Все, что захочешь, я исполню. Накрою стол тебе хороший, бухнем под песни Гриши Лепса. Ну что, иди ко мне, Маргоша». «В тот раз ты обещал мне Лексус». «И Лексус будет моя радость. Я заказал его у Гоги. И BMW, и новый Брабус. Давай, раздвинь пошире ноги. Я ресторан закрою на ночь, к тебе никто не прикоснется. А как твой компаньон Иваныч? Он на меня не залупнется?» «Маргоша, ты чего как это? Иваныч нам не помешает. Он, правда, пригласил поэта. Да хуй с ним, пусть стихи читает». И ресторатор со словами «Кто возбухнет, те будут биты», вращая дикими глазами, вошел в межножье Маргариты. Тем временем поэт Вулканов, куря на кухне папиросы, башкою полной тараканов искал ответа на вопросы. «Ну вот и пробил час мой звездный, читать о подвигах, о славе. А если размышлять серьезно, не знаю, буду ли я вправе душевный плод своих терзаний продемонстрировать на сцене. Что будет думать зритель в зале, как слушатель меня оценит? Прочь от сомнений и рефлексий, они уже мне ночью снятся. Ведь мне звонил сам Герман Векслер, хозяин «Пятницы 13», который звал зимою на ночь гостям читать стихи на даче. Сам Герман Векслер, сам Иваныч, а это что-нибудь да значит? Да, цикл моих стихов про осень, что я писал 4 ночи, выходит, людям нужен очень. Какая рифма? Очень, осень. Ну и потом, не за бесплатно и не за фигу в тюбетейке. $100 ежу, понятно, не миллион, но все же деньги. Хотя ведь главное не это. Ведь не бабло всему основа. Сам Векслер пригласил поэта нести в народ культуру слова. А между тем, сам Герман Векслер в тот миг...
при всем своем цинизме, задумчиво качаясь в кресле, сентиментальничал о жизни. Вот компаньон мой, Картер Вова, достал меня аж до печенок. И бизнес он ведет хуево, и в жизни конченый подонок. Бесплатно дрючит проститутку. Она гуляет по буфету, а я, позвольте на минутку, потом плачу за тварь за эту. А эта сука в караоке, притом с отрыжкой от швепса, уставив нагло руки в боки, горланит песни Гришки Лепса, кося налево и направо своими блядскими глазами. А Вальдемар кричит ей «Браво!» и обливается слезами. И после с этой пьяной дурой, махнув стакан, поет дуэтом. А наш театр с литературой, ему, блядь, похую при этом. Он только может, как наездник, скакать на ридке в туалете. А кто такие Пушкин? Резник? Он хуй когда кому ответит. Довольно, хватит. Песня спета. Пора нести культуру в массы. Я в пятницу позвал поэта. Пусть просветятся пидорасы. Спустя неделю за накрытой поляной в пятницу 13 сидели гости Маргариты. Тигран, вьетнамец, два канадца, Иса, Муса, Умар, Оксана Крупье на Александре Блоке и некто Костя Челентано, певец шансона в караоке. В пустом и полутемном зале у них была не просто пьянка. Они в тот вечер выпивали за счастье Риты Деревянко. В это время в кабинете, где догорала сигарета, за свет духовности в ответе Иваныч наставлял поэта. Вот он какой, дружок мой, Вова, устроил пир в честь этой клуши. Не ссы, поэт, все будет клево. Прожги им, блядь, глаголом души. Поэт Вулканов как-то нервно спросил, боясь возможной лажи. А кто меня представит, Герман Иванович, кто слово скажет? Ты напиши, что хочешь вкратце, вот здесь, на этой промокашке. Чтобы долго не ебаться, я прочитаю по бумажке. И через 5 минут со сцены он произнес под гул банкета. Прошу внимания, джентльмены, сейчас послушаем поэта. И, звякнув вилкой по тарелке, добавил отхлебнувший виски. Он сочинял для группы «Белки» и для певицы Жанны Киски, а также Игорь Муруханов на тексты Саши сделал много. Встречайте, Александр Вулканов, как говорят, поэт от Бога. Вулканов вышел к микрофону, и там, прокашлявшись 8 раз, без предисловия, с разгону, он произнес стихи про осень. Осенний лист упал на гравий так обреченно, как на плаху. Твое лицо в очков оправе я забываю. Нахуй, нахуй! Поэт Вулканов оглянулся на стол, смеявшийся безбожно, и виновато улыбнулся, сказав: «Друзья, а тише можно?» «Он кто?» — спросила Маргарита. «Певец любви, поэт печали?» Вулканов промолчал. «А мы-то поэта, блядь, не приглашали». Вулканов сдулся как-то сразу, и, видно, огорчившись очень, он обронил при этом фразу: «На этом наш концерт окончен». Поэт слетел со сцены молча, как будто раненая птица. Ему хотелось, что есть мочи, сбежать, запрятаться, укрыться. Но Векслер, вышедший навстречу, сказал поэту удрученно: «Мне очень жаль, но этот вечер не нашим был определенно. Я извиняюсь перед вами за всю поэзию, за нашу. Я отомщу им не словами. Я их бледей размажу в кашу. Урою Вову уебана. Размажу Маргариту крысу за Блока и за Шоферана и за Рубальскую Ларису. Я уничтожу Вову гада. Меня так просто не обидишь». «Иваныч, может быть, не надо?» «Не ссы, поэт, сейчас увидишь». И тут же, дверь открыв в подсобку, войдя нетвердую походкой, он вытащил во двор коробку, забитую столичной водкой. И с громким криком «За поэта!» он, как мясник, поднявший тушу, ударил об асфальт все это, и звон стекла порезал душу.
Ты что, Иваныч, спятил? Вот как? Ты дружбу так решил разрушить? Да, Вова, хуй вам, а не водка. Поэта надо было слушать. Александр Волых, дорогие друзья, на этой торжественной ноте мы, пожалуй, и закончим наше первое отделение. Бесконечно влюбленный, бесконечную женственность, красоту мироздания, отраженную в женских глазах, я и сам обретаю высоту и торжественность, забывая себя и перед жизнью заложенный страх. Я на миг воспаряю и стремительно падаю, и пытаюсь укрыться от прожекторов огненных глаз. Я опять забываю, как вести себя надо мне, потому что влюбляемся мы как в единственный раз. И снова солнце для тебя восходит над землей, и снова губы в губы тихо шепчут: ангел мой, скажи, моя ли в том вина, что ты? В поседевшей душе моей не осталось тщеславия, коррумпирован ум арифметикой мелких забот, и зеленое море, накрывших страну нефтедолларов, под крылом самолета о чем-то угрюмо поет. Молодые князья отрехлевшего старого мира постареют когда-нибудь и с тоской оглянутся назад. Им сияют из прошлого бриллианты, рубины, сапфиры. Ну а кто поудачнее, те любимые вспомнят глаза. Снова солнце для тебя восходит над землей, и снова губы в губы тихо шепчут: ангел мой, скажи, моя ли в том вина, что ты? Ты у меня одна. И снова солнце для тебя восходит, снова губы в губы тихо шепчут: скажи, моя ли в том вина, что ты? Ты у меня одна. Продрогший фавн играет на сопелке, упившийся в соплю бухгалтер Иванов бредет сквозь лес своей летающей тарелке. Он не бухгалтер, нет, он чужезвездный гость, застрявший навсегда среди российских весей. Он космолет разбил, и здесь ему пришлось всерьез овладевать
нужнейший из профессий. В колхозе путь зари, нет мужика важней. В колхозе у него участок и домина, машина «Жигули», курятник, шесть свиней, жена ветеринар и прочая скотина. Чего еще желать? Казалось бы, живи, работай, веселись, культурно развивайся, читай «Декамерон», смотри «Цветной ТВ», а то по утрам театр на выходной смотайся. Но нет, грызет тоска инопланетный ум, обилие скота не радует, не греет, искусство и ТВ не возбуждают дум. Бухгалтер Иванов пьет водку и звереет, как волк голодный он в полночный небосвод вперяет иногда тоскливые гляделки, и, принявший стакан, потом другой идет к запрятанной в лесу летающей тарелке. Укрытые от глаз ветвями и землей, останки корабля покоятся во враге, куда упал со звезд когда-то наш герой, сломав гребец своей космической коняге. И плачет Иванов, и воет, и рычит, пиная сапогом проклятую планету, и, глядя на него, вселенная молчит. Спасибо большое. Я хожу как безумный и твержу без конца ретурне. Изабель, 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 в этот вечер декабрьский морозный, в город северный туберкулезный, вдруг тропический вторгся апрель. Изабель, 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 подо мною морские глубины, в небе звезды, как круглые льдины, воздух черен и густ, как кисель. Изабель, 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 в этих дышащих зноем Карибах, в этих рифах, проходах, изгибах, посадил я свой клипер на берег. Изабель, 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 у акул здесь огромные зубы, не доплыть мне без лодки до Кубы, лодку съели моллюски и прель. Изабель, thank you.
Изабель, Изабель, почему берега твои скрылись? Почему с неба льды повалились? Почему разыгралась метель, Изабель? Изабель, 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 вез я к синему острову Куба, не закованных в цепи Йоруба, не солдат, не французский бордель, Изабель. Изабель, 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 вез я сердце, разбитое сердце. Что же силы небесные сердятся, и мозги мои, кровь и стихи мои превращают в бездарный коктейль. Изабель. Спасибо, что помните. На землю и за замковой стеною тихо спит моя принцесса, охраняемая мною. Из гнилого подземелья восстаю я в новолунье, и летят ко мне на шабаш эльфы, тролли и колдуньи. И покуда в этом замке длится дьявольская месса, ты со мной, моя принцесса, ты со мной, моя принцесса, я люблю тебя, принцесса. Только раз за целый месяц я могу тебя увидеть, но ни ангелу небесу я не дам тебя обидеть. Мои проклятые кости злобных духов отгоняют от соблазнов и напастей. Твою душу охраняю, и покуда в этом замке длится дьявольское месса, ты со мной, моя принцесса, ты со мной, моя принцесса, я люблю тебя, принцесса. Растают кости плотью, и любовное безумье тщетно синус побороте. Подхожу к твоей постели и руки твоей касаюсь. Петухи давно пропели, я же все с тобой прощаюсь. И покуда в этом замке длится дьявольская месса, ты со мной, моя принцесса,
ты со мной, моя принцесса. Я люблю тебя, принцесса. Теперь хип-хоп. Промышленный городок, ни зелени, ни лесов, из живности лишь коты и стаи бродячих псов. И только на старом кладбище столетних деревьев тень, и на могилах клубника, а нам собирать не лень. Кладбищенская клубника и трое крутых парней, и крошка по имени Вика, как весело было с ней. Ободранные коленки, в дешевой помаде рот, клубника, Вика, Виктория, в памяти все живет. Каждый из нас потискаться был бы рад, но в горло б засунул глаз ее отсидевший брат. Но как волновали трусики беленькие, как снег, в те дни я впервые понял, что женщина — человек. Кладбищенская клубника и трое крутых парней, и крошка по имени Вика, как весело было с ней. Ободранные коленки, в дешевой помаде рот, клубника, Вика, Виктория, в памяти все живет. Кладбищенская клубника и трое крутых парней, и крошка по имени Вика, как весело было с ней. Ободранные коленки, в дешевой помаде рот, клубника, Вика, Виктория, в памяти все живет. Обожаю, моя дорогая, потому что и правду ты мне дорога,
Потому что от глаз твоих изнемогаю, потому что твоя безупречна нога, потому что весной расцветают тюльпаны, потому что зимой снег искрится вокруг, потому что писатели пишут романы, потому что мужчинам нельзя без подруг. Потому что весной расцветают тюльпаны, потому что зимой снег искрится вокруг, потому что писатели пишут романы, потому что мужчинам нельзя без подруг. Ты и я, и немножечко счастья, и немножечко слез, и немного огня, и кольцо на губе, и браслет на запястье, и на юбке разрез. Для меня, для меня, для меня. Вот и все, что нам надо, плюс немножечко неба, да чуть-чуть облаков, и гармошка вдали пусть играет в ламбаду, и кружит над землей миллион мотыльков. Ты и я, и немножечко счастья, и немножечко слез, и немного огня, и кольцо на губе, и браслет на запястье, и на юбке разрез для меня, для меня. Потому что весной расцветают тюльпаны, потому что зимой снег искрится вокруг, потому что писатели пишут романы, потому что мужчинам нельзя без подруг. Ты и я, и немножечко счастья, и немножечко слез, и немного огня, и кольцо на губе, и браслет на запястье, и на юбке разрез. Для меня, для меня, для меня. Потому что весной расцветают тюльпаны, потому что зимой снег искрится вокруг, потому что писатели пишут романы, потому что мужчинам нельзя без подруг. Ты и я, и немножечко счастья, и немножечко слез, и немного огня, и кольцо на губе, и браслет на запястье, и на юбке разрез. Для меня, для меня, для меня. Лишь для меня. Спасибо. Еще одна полузабытая песня. Вчера в подъезде задушили бабку, сегодня забастовка у врачей. Снежок, как перхоть, падает на шапку, а я иду свободный ничей. Сладкое слово «свобода», эпоха журнала «Плейбой». Девушка этого года хочет покончить с собой. В клетке золотой песница, девушка этого месяца, но с неба спускается лестница, и ангел ведет за собой. Бывает все в безумном этом мире, и все ж такие случаи нечасты. В заброшенном общественном сортире
Наркодельцов мочили педерасты. Позавчера бандиты завалили других бандитов возле казино. Опять чего-то там не поделили, таких баталий не было давно. Сладкое слово «свобода», эпоха журнала «Плейбой». Девушка этого года хочет покончить с собой. В клетке золотой бесится девушка этого месяца, но с неба спускается лестница, и ангел ведет за собой. Свобода, эпоха журнала «Плейбой». Девушка этого года хочет покончить с собой. В клетке золотой бесится девушка этого месяца, но с неба спускается лестница, и ангел ведет за собой. И ангел ведет за собой. Всех-всех ведет за собой. Я сидел с тобой рядом и смотрел в океан. Вдруг какой-то придурок протянул мне стакан. А стакан был хрустальный, а в стакане вода и мотив погребальный. Я услышал тогда бом, бом. Все помрем, бом, бом, всем хана, бом, бом. Но любовь не помрет ни хрена. На меня ты смотрел, сверху падал кокос. Я под плеск океана чушь какую-то нес. Ты на фоне заката ковыряла песок и смотрел виновато в небо острый сосок. Бом, бом. Все помрем, бом, бом, всем хана, бом, бом. Но любовь не помрет ни хрена.
все помрем. Бом, бом, всем хана. Бом, бом, но любовь не помрет ни хрена. К морю убегу в пампасы, на штанах, на синих красные лампасы, под штанами седельце, под седлом чебрак. Эх, гони, гони, гоня, по степи казак. Эх, гони, гони, гоня, по степи казак. Убегу я в Лондон, убегу в Женеву, украду себе там дочку королевы, раздеру ей платьице, затащу во враг. Эх, гони, гони, гоня, по степи казак. Эх, гони, гони, гоня, по степи казак. Убегу к китайцам, убегу к лаосам, стану за свободу в тех краях бороться, порубаю сабелькой ихних комуняк. Эх, гони, гони, коня, по степи казак. Эх, гони, гони, коня, по степи казак. Соло на гитаре Валентин Зудаянов. Группа «Крестный отец». Эдгар Платонов, подайте жару. Не успел. А когда наскучит по миру мотаться, стану я к родимому Дону пробираться. Петушок на курочку, на воду гусак. Эх, гони, гони, коня, по степи казак. 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 Ну, конечно, разлили малину, давай. Лирика вас не трогает никак, черствые вы люди. Шизгара и бухло. Ну, давай, сейчас шизгара. Этой тропой ходят только мужчины. Тропа для шакалов находится чуть в стороне. Вчера я довел свою тещу до смертной кончины. Сегодня я вышиб мозги своей дуре жене. Тропа семейной жизни, здесь все обречены, но я сжимаю крепко топор войны. Тропа семейной жизни, здесь все обречены, но я сжимаю крепко топор войны. Топор войны, топор войны. Под вечер пришел ко мне в гости племянник Андрюшка. Привел мне грудастую тёлку за место жены. Я тёлке в кайло затолкал прошлогоднюю сушку. Андрюшке облил кислотой дорогие штаны.
Дрова семейной жизни здесь все обречены, но я сжимаю крепко топор войны. Дрова семейной жизни здесь все обречены, но я сжимаю крепко топор войны. Топор войны, топор войны. Однажды мы с тестем купили два ящика пива, но вечером тесть выдул пиво один без меня. Его раздробило колесами локомотива. За это меня по судам затаскала родня. Тропа семейной жизни здесь все обречены, но я сжимаю крепко топор войны. Тропа семейной жизни здесь все обречены, но я сжимаю крепко топор войны. Топор войны, топор войны. Ничего, но мой Шурин, директор пивбара, оставил работу в Крыму и приехал в Москву. Ему вместо водки налил я стакан скипидара. С тех пор я один на земле этой вечной живу. Тропа семейной жизни здесь все обречены, но я сжимаю крепко топор войны. Тропа семейной жизни здесь все обречены, но я сжимаю крепко топор войны. Топор войны, топор войны. Участки на Луне. Эта распродажа неприятна мне. Но что мне до людей, что мне до Луны, что мне до Бога, что до сатаны. Люди покупают участки на Луне. Тот, кто продает, служит сатане. Только зря он верит в этот детский бред. Сатаны нет, и Бога тоже нет. Гуляю под луной. Спасибо тебе, бэйби, что ты была со мной. Я тебя сегодня нежно обману. Порадую Бога, позабавлю сатану. Вот луна и звезды, вот море и прибой. Как же одиноки на свете мы с тобой. Но что нам до людей, что нам до Луны, что нам до Бога, что до сатаны.
Ready? Целуясь солнышко, небеса крылами меря, я парю орлом воробушком над тобой, моя империя. Озирая территорию, кувыркаюсь в атмосфере. Я люблю твою историю, я люблю тебя, империя. Воевали нам колонии, ермаки, цари, ермоловы, в Адыгее и Полонии. Нерусям рубили головы, завелись поля Никуция у великой русской нации. Но случилась революция, и пошла ассимиляция. Побраталась Русь с ордынцами, получилась СССР. Я люблю тебя, империя, я люблю тебя, империя. Судьбы нас сплотили общее, слитным хором петь заставили. Пели мы, а руки отче, били нас и раком ставили. Были радостные звери мы, стали скользкие рептилии. Я люблю тебя, империя, царство грязи и насилия. Расфуфыренная, гадкая, видишь, как младенец хнычу я, глядя на твое закатное, обреченное величие. Вот придет японец с роботом, немец прибежит с компьютером, выжрут шнапс и с диким гоготом по кусочкам раздерут тебя. И тогда к чертям собачьим я разгрызу себе артерии и полягу с дутым мячиком на развалинах империи. Прости мне, Родина, всплеск минутного неверия. Я люблю тебя, империя, я люблю тебя, империя. Все получится, уверен я, будет полная идиллия. Я люблю тебя, империя, царство грязи и насилия. И в обнимку с красным солнышком кувыркаюсь в атмосфере. Я люблю тебя, империя, я люблю тебя, империя. Я не буду пить. На 8 марта хочу я трезвым быть. На 8 марта буду я один.
сам себе слуга, сам себе господин. Не буду я на лапках скакать перед тобой, кривляться и гримасничать, как педик голубой. Пробкой от шампанского в потолок стрелять, розы и мимозы по вазам расставлять. 8 марта – дурацкий праздник, его придумал очень злой проказник. Пьяные девчонки его убивают, ничего хорошего в этот день не бывает. Вьюга запорошит, город закружит, весь народ под вечер в магазины побежит. Пацаны напьются, и девчонки тоже. Терки начнутся, кто кого нарубит дороже. Отбухла у девок, посрывает крышу. Как стонать ты будешь в ванной, я не услышу. По помятой кофточке не скользну я взглядом, не увижу порванных колготок и смазанную помаду. 8 марта – дурацкий праздник, его придумал очень злой проказник. Пьяные девчонки его убивают, ничего хорошего в этот день не бывает. А где группа поддержки? Я не вижу. О, Майдан! Я ночую вас, Майдан! Ручки, ручки, ручки! 8 марта – дурацкий праздник, его придумал какой-то злой проказник. Пьяные девчонки его убивают, ничего хорошего в этот день не бывает. Еще раз спасибо группе «Бах Компот», группе «Крестный отец» Николаев. А сейчас я хочу также поблагодарить группу «Лосьон», с которой мы в 96-м году написали угарнейший альбом «Урки правят миром». И вот следующая песня про 8 марта оттуда. Люблю много маленьких белых котят, я сниму с них красивые шкурки. И когда все от боли они завопят, я скажу им: потише, придурки. Вы разбудите милую маму мою, это лучшая мама на свете.
я из вашего меха ей шубку сошью. Пусть про это напишут в газете. Ой, мама, мама, не надо меня колотить. Ну и что, что котята вопили? В женский праздник я шубку хотел тебе сшить, а котят все равно будто пили. Ой, мама, мама, не надо меня колотить. Ну и что, что котята вопили? Вместе в женский праздник я шубку хотел тебе сшить, а котят все равно будто хор мальчиков. Эй, мама, мама, не надо меня колотить. Ну и что, что котята вопили? В женский праздник я шубку хотел тебе шить, а котят все равно будто пили. Эй, мама, мама, не надо меня колотить. Ну и что, что котята вопили? В женский праздник я шубку хотел тебе шить, а котят все равно будто пили. Ой, мама, 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 Джан. Ой, не надо пить. Ой, мама, 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 не надо меня гладить. Ой, мама, мама, какая бесконечная песня. Ой, мама, мама. Ой, мама, 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 ой, мама, мама, все, нет, все. Спасибо. С Новым годом! Даже и не верится, пусть к нам счастье придет. Горе пусть обсерется, пусть Великая Русь с недругами справится, а грузин и хохол газом пусть отравятся. Новый год, Новый год будет полон пищевод, оливье, алкоголь, с тетками проблемы ноль, потому что в Новый год даже елка пню дает. Вот. Столы усядутся, пусть все-все жигули мерсами окажутся, пусть жена сатана превратится в золушку, пусть подставит яйцеклад курочка-воробушку. Новый год, Новый год, снова полон пищевод, оливье, алкоголь, с тетками проблемы ноль, потому что в Новый год даже елка пню дает. Вот. Еще раз представляю участников концерта: Валентин Задаянов и группа «Крестный отец». Бах Компот, Эдгар Платонов и ваш покорный слуга. Новый год, Новый год будет полон пищевод, оливье, алкоголь, с тетками проблемы ноль, потому что в Новый год даже елка пню дает. Новый год, Новый год, снова полон пищевод, оливье, алкоголь, с водками проблемы ноль, потому что в Новый год даже елка пню дает. Вот.
спасибо, до встречи в новом году.